Всем привет! Я обещала вам показать состав новых коробочек, которые мне пришел. Это, конечно же, New Beauty Box. У меня две коробки и еще дополнительно из одной коробки. Вот здесь вот три средства, которые в коробке не влезли, поэтому их, ну, отдельно от коробочек просто кладут. Две коробки. Одна называется From Russia with Love. И вторая Diamond Box. Ну, давайте откроем. Значит, сначала Diamond Box. Вот. И следующий из России с любовью. В общем, этот состав коробочки просто. Отдельно то, это к российским брендам относится. Смотрите, обожаю, как внутри. Я еще раз покажу. Здесь сиреневая упаковка, розовый бантик. Все очень красиво, по-девчачьи. Я такой очень люблю, поэтому давайте открывать и смотреть вместе, что же здесь такое. Я особо даже не доставала, тогда вам показала, что внутри, и особо даже не вникала, поэтому будем смотреть с вами вместе. В общем, то, на что Варюшка покушалась, ну, я понимаю, что у нее этого уже много, но вообще это очень красиво, особенно на праздниках. Сиять так сиять по максимуму. В общем, это гель-глиттер «Розовые мечты», вот такой. С блестками. Здесь блестки серебро идут. Ну, вообще это выглядит безумно красиво, реально, когда на какую-нибудь там дискотеку, клуб идешь или просто праздник у себя дома и хочется быть вау. Да, ну, в общем, это крутая вещь. Дальше, Seven Days. Это кружевные гидрогелевые патчи для глаз. Ну, патчи для глаз — это всегда хорошо, когда они еще вот такие, вот посмотрите, реально кружевные. Вау. Мне нравится. С экстрактом черники. Круто. Дальше. Так. Вот это я даже не знаю, что это такое. Green Tea. А, это гели для умывания. В общем, с зеленым чаем и с чем-то еще. Я английский плохо знаю, но выглядит это средство вот так. Дальше. То еще на что покушалась Варюшка, это гель для тела с розовым мерцанием. Это марка Eden Beauty Love. Смотрите, какой красивый. Вау. На теле, мне кажется, будет смотреться очень круто. Здесь такой мелкий-мелкий шиммер. Я не знаю, через телефон вообще передается или нет, но мне кажется, что будет круто смотреться на теле. Надеюсь, что блесточки немножко будут оставаться. И да, на лето это прям вообще отличный вариант. Дальше. Ну, блеск для губ получается. В оттенке 699. И написан цвет Арабеск. Lip Gloss Steel. В общем, какой-то вот такой вот нежно-розово-персиковый оттенок. Ну, мне кажется, красиво выглядит. Дальше давайте посмотрим вот такую большую коробку. Это у нас... Что это у нас такое? Какие-то пакетики повышают жизненный тонус. Вот мне интересно, это что-то разводить или нет? Со вкусом черной смородины. Vita Beauty называется. Energy для женщины. В каждой капле... А, ну, скорее всего, это просто выпивается и ничем не разводится. Интересно, если честно, я такое вижу первый раз. В общем, видите, как это выглядит? Такое средство я не видела. И еще есть витамины. Вот это прям, мне кажется, вообще для меня, потому что витамины марки Beauty Secret. И написано, что это мелатонин. В общем, для сна пищевая добавка мелатонин. Ох... Для тех, кто не высыпается, самое то. Вот здесь вот 60 капсул. Вот, видите? Отлично. Отлично прям. Дальше. Это дневной крем анти-эйдж. Написано от 35 лет. Но этот я точно отдам маме. Я маме уже говорила, что в этой коробочке идет этот крем. И она сказала, что с удовольствием его заберет себе. Серия Dragon's Blood. Профессиональная косметика в домашних условиях. В общем, на сайте Озона вот этот крем что-то 1700 рублей стоит. Вот только этот крем. А теперь представьте, насколько получается выгодна эта коробка. Если только один крем столько стоит, представьте, сколько стоят, вот, допустим, витаминки, да, которые там рублей 700 минимум будут стоить и так далее. В общем, коробка, конечно же, окупается, поэтому
Я такой очень люблю. Дальше крем Устелла. Стеллатопия. Такой вот крем. Это детский крем. Но я знаю, что многие взрослые им пользуются тоже. Поэтому да. Аквакрем для рук. Вот такой вот я первый раз вижу. Вот он вроде бы, да, как тюбик, как обычный крем, но вот здесь вот видите, с такой помпой. Интересно. Обогащенный натуральными маслами и витаминами. Такой вот крем. Классный. Первый раз вижу. Но, естественно, мои любимые карандаши для губ фирмы Энси в оттенке 123 в этот раз. Вот такой вот оттенок. Здесь все. Так, ну и следующая у нас коробочка. Это Озон совместно с New Beauty Box. Называется «Из России с любовью». Здесь только российские бренды. В этом, мне кажется, его и интерес этой коробки, потому что с российскими брендами очень интересно знакомиться. Обычно мы все думаем, что российские бренды – это ерунда, но на самом деле это не так. И много здесь вот хороших средств. Ну, давайте начнем с тех, которые у меня отдельно еще были не в коробке. Это шампунь Прелес Professional интенсивное питание. Бессульфатный шампунь. Он на Озоне стоит около 300 рублей для ослабленных и ломких волос. В общем, выглядит это вот так. Давайте его попробуем. Просто как обычный шампунь, как все шампуни пахнет. Дальше от Vita Yudin наногладкие пятки. В общем, удаление роговевшей кожи на стопах за 2 минуты. Я много, кстати, раз говорила вам про эту фирму, именно про эту марку. Я не знала, кстати, что она российская, но она безумно классная. И у нее классная косметика. Я сама пользуюсь очень много косметики. Вам на розыгрыш отдала этой фирмы. В общем, классная, поэтому вот смотрите, какой огромный бутыль. Можно в домашних условиях привести свои пяточки в порядок. И это круто. Дальше у нас идет вот такой антиналет плюс защита от кариеса. Это ополаскиватель для рта, лесной бальзам. Тоже огромный бутыль. Здесь 400 миллилитров. Вот такой идет. Дальше то, что у нас идет в коробке. Это витамин D3 в виде спрея, 2000 между, я не знаю, что это такое, если честно. Ну, в общем, биологически активная добавка витамина D3. Очень удобно, что идет просто как пшикать под язык, в общем, вот, видите? Удобно, действительно очень удобно. Витамина D3 у нас явно не хватает в нашем городе, и это прекрасно, то, что есть вот такие вот добавки. Дальше, черный жемчуг, дневной крем для лица, гиалурон плюс ледниковая вода, экстремальное увлажнение, здесь идет гелевая текстура. Вот эти два крема, вот, оба российского бренда, черный жемчуг, вот так выглядит. Я читала отзывы именно на вот этот черный жемчуг, да, вот, и очень хорошие, кстати, отзывы писали. Но черный жемчуг я пользовалась, слушайте, а чем же я пользовалась? Умывалкой пользовалась, чем-то еще пользовалась, и, в общем, на самом деле классная марка, кремом не пользовалась ни разу, ну, в общем, крем выглядит вот так. Давайте дальше. Чистая линия, гиалурон-активатор, крем-бустер для лица. До 48 часов увлажнения, 2% активного гиалурон-геля, экстракт василька для всех типов кожи. Вот так. Вот здесь пленки нет, давайте, наверное, его и откроем. Ух ты! Вот такой вот крем. Оба идут полноразмеры, что не может не радовать. Да, круто. И еще у нас здесь два черных жемчуга идут в саше. Получается подарок. Гамаш энергетик для лица. Вот так попробовать. И черный жемчуг крем-скульптор для лица и шеи. Лифт-активатор. Вот так. Дальше. Два крема, бархатные ручки, но мне кажется, все с этим кремом уже знакомы. На самом деле, мне нравится этот крем, действительно. Здесь идет роскошь макадамии, вот такой красивый, и самый обычный с маслом оливы. Вот такие вот два крема.
Оба по 80 мл полноразмера. Здорово. Дальше. Лесной бальзам. Это зубная паста. Антиналетное действие. Total Complex. А вот. Вот такая вот огромная-огромная зубная паста. Выгодный формат. Но она действительно гигантская. Дальше идет. Что это у нас? Сухой шампунь. Твердый шампунь. Питание и увлажнение. С манго. Давайте попробуем. Обалдеть. Ай, вот это аромат. Знаете что? Я вам его отправлю на розыгрыш. Вы должны этот аромат просто прочувствовать на себе. Поэтому отрывать от чистого сердца. Кстати, вот такой шампунь, только такой стоит 300 с лишним рублей на Озоне. Так что с удовольствием отправлю вам его на следующий розыгрыш. Главное дождаться 1600 подписчиков, и розыгрыш будет. Я многое отдам отсюда, конечно же, на розыгрыш, потому что мне столько не надо, поэтому с удовольствием. Поэтому дальше. Так, маска увлажняющая, крымская роза. Сделано в Крыму. Интенсивное увлажнение. Вот такая вот масочка. Здесь идет сколько миллилитров? 50. Ну, скорее всего, это travel версия. Хотя нет, наверное, полноразмер. 50. Возможно, даже полноразмер. И последнее, что идет, это фирмы Ахромин. Да, вот. У меня от этой фирмы есть вот этот BB-крем. Не раз уже о нем говорила, и сейчас он у меня на лице. Классно закрывает все недостатки, но при этом он легкий и классно. Даже летом в нем не так жарко, как в тональнике. Безумно классный. Вот кто хочет, посмотрите, скриньте, потому что это супер-пупер вещь. У меня в оттенке беж 02, я про него уже много раз говорила, безумно крутой. И, в общем, этой же фирмы у нас гамаш для лица с грейпфрутом. Мягко отшелушивает, устраняет жирный блеск, для всех типов кожи, 100 мл. В общем, вот такой, смотрите. Вот, видите? Русские бренды, на самом деле, это тоже круто, потому что вот элементарно я пользуюсь BB-кремом, он действительно очень классный. В общем, это все две коробочки. Надеюсь, обзор вам понравился. Ну, я старалась рассказать более-менее все подробно. Конечно же, половину я отдам вам на подарок. Мне реально столько не нужно, поэтому я с удовольствием буду делиться уже с вами. Но с вами я уже буду прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайк, если вам нравится такой формат обзора коробочек. Поддержите нас комментарием, подпиской. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока!